Лена, а что у нас с хомяком-то? Что с ним? Я не знаю, он ведет себя как-то странно. Иди посмотри. Что с ним такое-то? Я не знаю, он весь день так стоит. Капец. Голова как болит-то. Ой, Геночка, любименький, проснулся. А я тебе котлеток пожарила. А в холодильнике ждет тебя бутылочка холодненького. Ты что какая-то странная? Почему? Ты что-то какая-то такая добренькая вся. Я же с корпоратива в 5 утра пришел. А мне уже позвонили и все рассказали про тебя. Что тебе рассказали? Ну как ты корпоратив провел? Как? А ты у меня сразу напился и уснул под елочкой. Так и проспал весь вечер. А утром тебя привезли. Правда, что ли? Да, Семен Петрович привез тебя утром. Ладно, я уж думал, что ты натворил. Нет, спал весь вечер. Ладно, давай тащи холодненького сюда. Ага. Любимая, чудеса-то какие. Мой новый телефон зарядился меньше, чем за час. Это не чудеса, Ген. Это новые технологии. Быстрая зарядка называется. А то у меня только раньше быстрая разрядка была. Давай, любименький, тебя с днем рождения. Поздравляю. Закрывай глазки, загадывай желание. Оно обязательно сбудется у тебя. Сейчас. Ген! Да, Гена! Ты чего уснул, что ли? Да я желание загадал только что. Давай, задувай свечку. Ура! О, Геночка очухался. Какое сегодня число-то? 3 января. А что, первого и второго не было, что ли? Ну, тебя, видимо, нет.